Всем привет! С вами Большой Саша, и сегодня у нас на канале долгожданный обзор уличной камеры от компании Hikvision Color.ru. Поехали! Впервые камера была представлена на выставке в начале лета и вызвала неподдельный интерес у сообщества. Мы ждали, когда эта камера появится в России, и вот она приехала к нам на обзор. Встречайте! Наступила новая эра в системах видеонаблюдения. Цветная ночная съемка с высокой детализацией. И ярким представителем данной технологии является эта камера. Она позволяет снимать цветное видео круглые сутки. Для сравнения мы взяли две камеры. Новую камеру с технологией Color.ru и стандартную камеру TVI разрешением 2 мегапикселя. Мы сняли видео во дворе нашего офиса, где есть естественное освещение, есть дополнительные источники света. Стандартные условия в мегаполисе. Как видно на изображении, обычная камера перешла в черно-белый режим задолго до наступления темноты, а камера Color.ru осталась в цветном режиме. Что позволяет данной камере работать в цветном режиме? Объектив с апертурой f1 позволяет получать в 4 раза больше света, чем у обычной камеры с объективом f2. Современная светосильная матрица формирует четкое и ясное изображение в темноте. Объектив имеет специальное антибликовое покрытие, исключающее засвет на оптике. Камера имеет широкий динамический диапазон 120 дБ и может работать во всех стандартах высокого разрешения HD, TVI, CVI и аналоговый режим. Камера оснащена белым светодиодом дальностью подсветки 20 метров, что позволяет получать естественные цвета без искажений. При этом приятно удивляет цена этой камеры. Розничная цена 5000 рублей. Эта камера для тех, кто хочет получить максимальное качество изображения в ночное время. И за такие деньги это просто вау. Вы сами все видели. Объектив с апертурой f1. 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 Окей.